Здравствуйте, дорогие мои друзья. Специально вот записываю это видео для мистического пути. Знаете, ни для кого не секрет, что на самом деле многие из авторов испытали на себе такие некие негативные магические воздействия. То есть, ну, на самом деле так и есть, на самом деле так и было. И, дорогие мои, ну, и я тоже как бы все это испытал. Достаточно тяжело, то есть очень чувствительно. И хочу поделиться своим опытом, как вот, допустим, я справляюсь, наверное, с этим. То есть, ну, вот как бы для меня это физические упражнения, достаточно тяжелые. То есть вот именно, знаете, вроде бы когда ничего не охота какая-то, такая бессилие какое-то. То есть и просто перешагиваете вот через эту черту и идете и заниматься реально такими вот тяжелыми физическими упражнениями. То есть благо то, что я знаю, как бы что и как надо делать. И именно реально тяжело, когда вы не можете, но делаете, вы запускаете свой организм, то есть именно даете такой выброс неких таких гормонов, которые запускают снова все ваши жизненно важные системы. Дорогие, так и есть. И если вы еще делаете это осознанно, то есть с каждым повторением, допустим, вы забираете свое и возвращаете чужое, да и знаете, от кого это, что и как, можете представить некие образы, а можете просто, вот как бы, да, вот возвращаю свое и отдаю чужое, то есть вот именно так, дорогие. На самом деле очень-очень хорошая практика и очень хорошо работает для того, чтобы ваши глаза снова засияли, засверкали, то есть и были наполнены такой силой. Ну, реально, такое прямо, то есть, чтобы и вы сами это чувствовали, дорогие друзья. Вот как-то так. Счастья и радости вам всем, силы и знания, дорогие мои. Всех уважаю и очень люблю.